Ян Вермеер родился 31 октября 1632 года в нидерландском городе Делфт в семье торговца произведений искусств. Он создавал величайшие картины и еще помогал своей матери управлять трактиром. Биографических данных не так много, но одно мы знаем точно – это один из величайших живописцев Европы. Наследие художника невелико, но каждая его картина, их по разным данным 35-60 – настоящий шедевр искусства. После Рембрандта Ян Вермеер, также известный как Вермеер из Делфта, считается вторым по величине голландским художником 17 века. Он был признан при жизни в Делфте и Гааге, но его громкая слава сменилась мраком забвения после смерти. Все изменилось в 19 веке, когда он был заново открыт Густавом Фридрихом Вагеном и Теофилием Торебюргером. Особенность всех картин Вермеера – мастерские изображенные воздух и свет. Неспроста его называют волшебником света. За это качество писатель Марсель Пруст в начале 20 века высоко оценил творчество голландца. Излюбленный сюжет – женщина, занята каким-то делом. При этом истинный смысл полотна раскрывается через детали. Художник всегда стремился к скрытому символизму и достиг в этом удивительного мастерства. Вермеер – один из немногих художников, который в начале своего творческого пути щедро использовал в технике работы ультрамарин для достижения необходимого художественного эффекта. Непомерно дорогой пигмент в 17 веке. Кроме того, Вермеер был одним из первых художников, кто использовал в своей работе камеру обскуру. Женщина, держащая весы, идеальный образец гармонии, ритма и скрытого содержательного смысла. Ранее эта картина называлась «Женщина, взвешивающая жемчуг». Однако при микроскопической и высокотехнологической экспертизе было доказано, что на весах ничего нет. Картина была написана примерно в 1662-63 году. В эти годы Ян Вермеер занимал должность декана гильдии Святого Луки в Делфте, которая считалась очень почетной. Это позволило ему продавать свои произведения искусства в Делфте, обучать искусству и действовать как арт-дилер. Позировала мастеру его жена Катарина Болнес, в браке с которой у Вермеера родились 11 детей. Несмотря на свое протестантское происхождение, он женился на католичке. Модель одета по моде голландской буржуазии 17 века. В синий пиджак с дорогой меховой отделкой и в традиционный головной убор того времени. Художник изобразил этот платок таким образом, что он создает эффект нимба. Женщина, по всей вероятности, беременна. Она безмятежно стоит за столом в углу комнаты, держа в правой руке весы, а левой облокотясь на угол стола. Весы находятся в равновесии, что говорит о ее внутреннем покое. Предметы, лежащие на столе, образуют богатые коннотациями натюрморт. Мерцающее синее полотно, где использован редкий в те времена ультрамарин, три шкатулки, две нити жемчуга, золотая цепочка.
Шкатулки с монетами и украшениями являются олицетворением материальных благ и тщеславия. И в целом картину можно было бы назвать гармоничной, одухотворенной, если бы не излюбленный прием Вермеера – скрытый замысел. Позади женщины на задней стене комнаты находится большая картина страшного суда в черной раме. Визуальное сопоставление женщины с весами и страшного суда подкреплено аллегорией. Судить значит взвешивать. Верующие, готовясь к суду, оценивают свою совесть, взвешивают свои грехи и благодеяния. Это подчеркнуто светом. Он ласкает спокойное, сосредоточенное и гармоничное лицо женщины, ее руки с весами, а также сцену на картине за спиной женщины. Свет в картинах Вермеера создает ощущение безмятежности и покоя. А картину на стене дополняет и зеркало, предмет, с помощью которого человек оценивает свои достоинства и недостатки в материальном мире. Перед женщиной земные сокровища, позади нее символ вечных последствий ее действий на земле. Бурный сюжет в стиле барокко на картине контрастирует с невозмутимым спокойствием самой героини картины. Квинтэссенция видения Вермеера. Драматическая, апокалиптическая диалектика, женская рассудительность, баланс и легкость. И еще одна деталь. Жемчуг тут не просто украшение. Во времена Вермеера он воспринимался как символ человеческой души. В этой простой сцене перед нами раскрывается куда более сложная тема. Какую мысль хотел донести до нас художник своим полотном? Вести свою жизнь с умеренностью. Картина в картине раскрывает важную подсказку. Последний суд Христа повторяется собственными действиями женщины. Контраст между ценными предметами на столе, страшным судом и весами, символами самого суда, призван напомнить зрителю о важности сопротивления искушению земных богатств и умеренной жизни.